так все будем разбираться, какая. И, наверное, записываем листочек тоже, чтобы если игроков изъято так, а так не вернуть. Хантер должен быть. 66. Да. Заводской номер двигателя, вот. Если надо вам. Можно вас попросить? Иди домой. 369. Нет, так страшно должен быть. Я 369. Следственным управлением МВД по Республике Хакасия 10 марта 2019 года возбуждено уголовное дело по факту незаконной порубки лесных насаждений в Таштыпском районе. Подозреваются двое граждан Таштыпского района, которые осуществили рубку лесных насаждений. А ущерб от незаконной рубки составляет около 80 миллионов рублей. В настоящее время следственным управлением совместно с подразделением экономической безопасности проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Проводятся обыски, изъятие необходимых документов, осмотр и изъятие техники, также иные следственные действия. Ну и сейчас мы где находимся? Находимся мы в селе Матур. Это пункт приема переработки лесоматериалов. По версии органа следствия, именно на данном участке имеется незарегистрированная техника, которая, значит, перерабатывала незаконно срубленные объемы древесины. Дальше уже эти пиломатериалы направлялись на экспорт.